Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Горячие новости». Рамиль Шамсутдинов просит рассмотреть дело в обычном порядке. Рамиль Шамсутдинов. Последние новости. Друзья, очередная небольшая информация о Рамиле. Руслан Мухатов ходатайствует о том, чтобы дело рассматривали в закрытом порядке. Рядовой старослужащий Руслан Мухатов – это тот человек, на которого указал Рамиль, а потом и еще солдаты, которых, по их мнению, любил во время объяснений вновь прибывшим солдатам подключать ноги и руки, а также брать у них деньги на личные нужды, естественно, не возвращая их. Закрытый порядок, конечно, выгоден для него и в целом для этой части. В таком случае, возможно, будут скрыты какие-то либо подробности, а то и новые факты происходящего в этой части. Выгодно это для всех, но не для Рамиля, для нас. Рамиль от закрытого порядка отказался, и дело будет проходить в открытом. В присутствии Шамсутдинова и других ребят, которые в обиде на этого человека. Конечно, Мухатову мысль о закрытом порядке самому в голову прийти не могла. Естественно, ему подсказывают, и не исключено, что подсказчики – командиры той же части. Переживают они за себя. Очень. Также добавлю, что прошло уже очень много времени, а вот фамилии, кроме этого солдатика, других не называется. Неужели он один там занимался всем этим, а командиры ничего не видели? Кто-нибудь верит в эту сказку? Делитесь этим видео с друзьями, об этом должны узнать как можно больше людей. Ставьте лайки, пишите комментарии, тем самым вы помогаете видео подняться в топы. Подписывайтесь на канал и помните, вместе мы сила.